Всем привет! Сегодня будем готовить вкусный салат из свеклы. Для начала нам необходимо замариновать лук. Для этого лук нарезаем четверть кольцами и перекладываем его в чашу. Добавляем к луку сахар, яблочный уксус и воду. Все хорошо перемешиваем и убираем в сторону примерно на 10 минут. Нарезаем остальные ингредиенты. Огурец нарезаем небольшими брусочками. Для красивой нарезки я использую фигурный нож. После этого также брусочками нарезаем докторскую колбасу. Как альтернативу можно использовать вареное мясо курицы. После этого нарезаем свеклу. Для нарезки свеклы также я использовала фигурный нож. Хочу напомнить вам, чтобы вы не забыли подписаться на канал и включили колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. В чашу к ингредиентам добавляем зеленый горошек, замаринованный лук, его необходимо предварительно отжать. Добавляем соль, черный перец и для заправки добавляем майонез. Все хорошо перемешиваем, так чтобы все ингредиенты смешались с заправкой. Наш салат готов, он получается очень вкусный. Обязательно приготовьте этот салат, вам точно понравится.